Вся предоставленная информация вам выложена исключительно в ознакомительных целях. Ставьте лайки и комментарии. Неожиданный шаг Эсмы всех удивит. Новость, пришедшая ранним утром, вызовет бурю в особняке. Дилара, готовящаяся принять большие решения, ввязывается в некое дело. Сюре захочет встретиться лицом к лицу со своими страхами, и проделанный ею шаг будет неправильно истолкован Фаруком. Осман исполняет просьбу Нургуль, и то, что он говорит за обеденным столом, всех повергает в огромный шок. Последний шаг Эсмы сильно удивит Фарука и Сюрею. Однако в глубине души у нее и вовсе другие мотивы. Посмотреть очередную 26-ю серию турецкого сериала «Невеста Инстабула» на русском языке вы сможете после 26 ноября. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!